Илиада, песнь 11. Подвиги Агамемнона. Краткое содержание. С восходом солнца Зевс послал на поле брани вражду, и началось очередное сражение ахейцев и троянцев. Силы противников были равны, но к полудню ахейцам удалось разорвать вражеские ряды. Особым мужеством отличился Агамемнон, погубивший немало троянских воинов. Только приметил Атрида Коон, выдающийся воин, старший из всех сыновей Антенора, и сильная горесть взора его омрачила при виде простертого брата. С пикою стал в стороне неприметный герою Атриду и пронзил его в руку и середине у самого локтя. Руку пробило насквозь острие его пики блестящей. Сердцем тогда содрогнулся владыка мужей Агамемнон, но и при этом остаться не хотел от войны и сражения. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.